у меня небольшой шопинг. Зря одела платье, надо было джинсы одевать. Сейчас не могу понять, как это выглядит с джинсами. Курточка классненькая. Здесь есть вещи еще, не знаю, может быть, с весеннего сезона. Ну, хорошие вещи. Я сейчас в Португалии, кто не знает. Вот рядом с нами находится большой торговый центр, типа нашего рижского Стокмана. Курточка тоже подошла, и плащик померила, подошел. И курточка подошла. Я прямо, не знаю, растерялась. Курточка, кстати, с капюшоном еще, да? Вот. С капюшончиком. Тут все кричат, что тут очень дорого в этом торговом центре. Не, ну это мне, конечно, не подходит, но вот кому подходит, посмотрите, какое платье, да, интересно. Это очень дешевое платье. Может быть, 15 евро. Сейчас посмотрю. Ну, мне оно никак, конечно. Но ткань такая классная, такая контрастная. Вот. И здесь, видите, как красиво. Потом вот еще такое платье. Оно, по-моему, тоже 15 или 16 евро стоит. Вот я его, наверное, возьму. Оно так стройнит. И такая приятная ткань. Здесь так вот как бы, как кофточка, но это все вместе. Вот. Мне очень нравится. Все говорят, ой, тут дорого. Это местные говорят, дорого. А сейчас каждый день делаю эту ценку. Я приехала, было 30, там что-то 20, 30, 40. Это мы приехали прошлую субботу, а сегодня уже до минус 70. Сегодня четверг. Да, вот это нормальное платьишко. Черненькое такое, элегантное. Очень элегантное. А, кстати, я еще пиджачок вот этот, да, сейчас я примерю вместе с ним. С этим пиджачком, наверное, не очень. Здесь, кстати, вот разрез. Ну, если еще на каблучках. Ну, разные стили, да. Этот пиджачок полувискоза, полулен. Я его тоже возьму. Ну, в принципе, конечно, не с этими босоножками, это понятно. Вот, но платье элегантненькое. Так, еще одно дешевенькое платьице. Оно такое легонькое, на жаркую погоду, свободное. Очень милое, кстати. Ну, я бы, наверное, предпочла другой цвет. Хотя, это тоже хорошее. Так, о, здесь такие кармашки классные. Что, нормальное платье? Наверное, возьму. Почему нет? Оно тут такое свободненькое. Угу. Мне нравится. Вот. Платье, правда, классное? Кабсоножки надо черные под него или белые. Ой, вот это я и возьму. Так, сколько оно стоит? Сколько оно стоит? Легкая-легкая. Ткань как, ну, типа под лен, вискоза, наверное. Наверное, вискоза, да. О, супер. Вот мне в нем комфортно. В том все-таки не очень комфортно. Нашла еще одно за 16 евро. Но оно размер L и как бы очень-очень облегает. Но вообще такое классное тоже. Ну нет, хотя это как бы к лицу лучше. Ну как-то оно меня облегает. Вообще неплохо. Может это тоже взять? Что-то тоже взять? Вот я, вот я. 16 евро. Слушайте, я вообще растерялась, уже магазин через 20 минут закроется, а я не знаю, что мне брать. Я не знаю, что мне брать. 16 евро, оно плотное очень. Наверное, нельзя такое брать. Нет, такое, наверное, нельзя.
Мне очень нравится этот торговый центр, особенно сейчас, вот с такими акциями. Тут, конечно, можно выбирать, выбирать, мерить целый день. Так, вот я уже ухожу, потому что осталось... я вот такую же взяла, только другой фирмы, розовенькую, да? Очень похоже, но вот это only. Это сколько? Это 25. Да, та тоже 25 стоила, да? Тоже 25. Можно было и такую брать. Видите, я уже купила. Ну, та розовенькая такая, ну, лососевый цвет. Та мне больше подходит. Хотя и это бы подошла. Но я не знаю, что теперь все покупать, что подходит. Минус 40. Тут все, буквально все бренды. Все бренды. К сожалению, померила джинсы Guess, но не очень подошли. Тоже были, по-моему, 65 евро всего. Так, Naf купила блузочку. Вот. Вот, пожалуйста, маечки по 9 евро. Ну вот реальные здесь скидки. Минус 50, минус 60. Вот то, что написано новое, это новая коллекция. Ой, платье в миллион. В общем, все, надо уходить. Я тут просто разорюсь. Я не знаю, вот эти местные. Вчера мы встретили одну женщину местную. Она говорит, ой-ой-ой, тут так дорого. Где-то она там... Ой, я не туда попала. Где-то она дешевле покупает. Говорит, два раза дешевле. Ну, куда уже дешевле? Итак, тут 15-20 евро. Не знаю, куда еще дешевле. Вот на сейл тут, конечно, просто... Просто рай. Это вот новые коллекции, да? Ну да, так, конечно, дорого, 50 евро. А если за 25, то очень даже вполне нормальная цена. Вот, видите, какое платье, да? Это новая коллекция. Ну, например, сколько стоит? 37. 37 стоит. На мои ногти не смотрите, мне нет времени за ними ухаживать. Так, надо же шопиться. Ой, ну все, я поехала, вернее, пошла. Поехала на... Так, я не поняла, где... А, вот, вот мне нужно съехать. Съехать. Наши девочки говорят, в Риге все то же самое, в Стокмане. Ничего то же самого там нет. Абсолютно нет такого выбора, как здесь. Ну, вот вино у них можно купить за евро 89. Евро 89 на акции. А так вот 4 евро. Ну, 2,89. А за евро 99 на 60%. Да, хорошая скидка. Да. Ну, к сожалению. Где 60? К сожалению. Уже некуда класть. Некуда класть. А вот за 8 евро. Да, с реки Даура. С долины, куда мы ездили. Вот. Было 10 евро, 4 евро. Все цены супер на вино. Вино хорошее. Вот здесь целый ряд. Ну, как и везде, в общем-то, алкоголя хватает. Так, а мы брали еще портвейн. Так, здесь по 10 евро. Самое выгодное брать в супермаркетах портвейн. 12 евро. А где мой? А, мой стоит... Я брала... А, кстати, я его и не вижу больше. 11 евро я брала за 12. Вот такой, но у меня винтаж. Нет больше. Да, нет. Разобрали. Наверное, хорошие. Такие цены на портвейн. Ну, это считается дешевый, 6 евро. Порто. Порто. Ну, вот эти самые лучшие. Круз. Здесь даже без акции. 6 евро. Руби. Угу. Так, а сколько стоит бренди? Коньяк. 38,99. Вино в упаковках. Вот 6 евро белое вино. Сколько здесь
емкость 5 литров. 5 литров по евро получается целый литр. Да, здесь вот видите, 5,69, 5,99. И вот маленьких таких есть. 69 центов. 250 миллилитров. Сангрия евро 75. 2,29. Белая, красная. А это что? 2,29. Тоже сангрия. Португальская. О, здесь уже какие-то марочные. Дорогие вина. Угу. Да, тут, конечно, рай. Рай. В Португалии мало земли, чтобы выращивать дешевый виноград. Поэтому они выращивают только хороший виноград, хорошие сорта. И поэтому вина здесь очень хорошие. Да, тут еще нужно пожить месяц, как минимум, чтобы вот это все перепробовать. Хотелось бы. Придется еще раз лететь сюда. Из бренди. Сейчас мне скажут, не снимать. А, все, пока никто не видит, снимаю. А то первый день я пришла, меня сразу тормознули. Бульдог. Тоже английская. Английский алкоголь. Английский, конечно же, дорогой. О, что я нашла. Московская. Особая. 11,49. Водка. Тут еще есть водка. Особо выбора нет, конечно, водки. А вот еще какая-то грей французская. 53,59 французская, да. Ристов водка 15,39. О, сангрии какой только нет. Это Матеус. Матеус вино 3,59. А у нас, по-моему, есть такое, нет? Португальское. Ну, а так, конечно, молочка, все так, знаете. Ну, на обычные цены, как и везде, в общем-то. Как и везде. Так, яйца 2,39, 12 штук. Вот кошачий корм. Кому интересно. Тоже дорого, как и у нас. Да, также такие же цены. То есть мы уже сравнялись с европейскими ценами. Кстати, где-то еще масло, но я уже масло не буду брать. Нет смысла, мне кажется, у нас хватает всего. Так, косметика, что еще показать? Еще показать соки. Да, соки хорошие, нектары тут тоже выбор хороший. Естественно, мы все время пили натуральный сок, выдавливали. Ой, гостиница на завтраке. Колбаски тут тоже разные, вкусные. Я бы взяла, но у меня уже полный чемодан. Вот 2,28, 200 граммов. Вот тут тоже хороший выбор мяса. Вот какая колбаска красивая. 4,15. Нет, евро 99 всего. Но у меня уже некуда класть. А еще дешевле Маркедони в испанском магазине цены. Там вообще очень дешевые. Так, 2,99. Да, там я еще купила дешевле вот эту ветчину. 99. Картошку. Они едят красную. Чеснок дешевый, евро 99. Ну, не вести же мне чеснок. Бананы, евро 25. Так, ладно, надо уходить.
Сок Абсолют 20,49, Джеймисон 30,19. Ну, все то же самое, в общем-то. Все то же самое.